Настоящему вечным, никогда не прекращавшим свое горение огнем, стал в СССР огонь, зажженный 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде, который был воздвигнут в память о жертвах всех войн и революций, выпавших на долю Санкт-Петербурга. Примечательно, что огонь для него был взят из печи Кировского завода, и именно от этого огня был зажжен другой знаменитый вечный огонь на могиле неизвестного солдата у стен Московского Кремля. Слово предоставляется председателю Патриотического клуба «Союз» Дагазину Владиславу.